И далее остановимся на лечении опорно-двигательного аппарата в Закарпатье. Здесь можно выделить самых главных три санатория. Это санаторий Синяк, санаторий Теплица и санаторий Горная Тиса. Санаторий Карпаты, по большому счету, специализируется больше на сердечно-сосудистой системе, хотя и осуществляет лечение опорно-двигательного аппарата. Есть у санатория Карпата закрытый бассейн. Есть, опять-таки, расположен на очень красивой территории. На территории санатория есть искусственное озеро, есть зоопарк, есть исторический замок Шерпорда, есть свой источник питьевой воды, считается это источником красоты. Те, кто там умываются или пьют эту водичку, становятся красивее. Есть несколько корпусов спальных. Самый главный корпус – это высотный 7-этажный корпус. Там расположены номера стандарты. В стандартных номерах есть все удобства – телевизор, холодильник, балкон. И, конечно же, пользуются лечебной базой санатория. Территория санатория, даже не скажу вот по площади, но она большая, то есть она у подножия горы, это несколько гектаров, очень много пешеходных тропиночек, можно гулять, дышать свежим воздухом, и довольно-таки очень квалифицированное лечение. Далее, санаторий Синяк. Многие, скорее всего, о нем слышали, многие о нем знают. Здесь сероводородная вода. Главный лечебный фактор – это сероводородная вода. И когда вы подходите к лечебному корпусу, вы сразу понимаете, что это так. То есть она имеет специфический запах и специфический цвет, такой синеватого цвета, отсюда и пошло название. Расположен в очень красивом месте, в ущелье между гор, протекает по территории санатория река, очень красиво ухоженная территория, есть абсолютно разный уровень размещения, от номеров с удобствами на этаже до VIP-апартаментов, до отдельных коттеджей, то есть на любой уровень. Есть закрытый бассейн у санатория. Ну, скажем так, можно его рекомендовать абсолютно для очень разносторонних клиентов. Дальше, санаторий Теплица. Главный лечебный фактор – это термальная вода. Термальная вода, она так и называется Теплица. Есть несколько бассейнов с термальной водой, есть закрытый бассейн плавательный и есть лечебные бассейны, именно вот которые минеральная вода, термальная вода. Также на территории присутствует несколько бюветов с питьевой водой. То есть очень такой широкий спектр лечения предоставляет санаторий. Это и опорно-двигательный аппарат, и желудочно-кишечная система. Расположен в очень тихом, уютном месте у подножья горы, недалеко опять-таки от реки. Ну, опять-таки повторюсь, место очень тихое, спокойное, то есть это для тех, кто хочет уединения, хочет спокойствия, чтобы ничего не нарушало, кроме там, не знаю, пения птиц. И Горная Тиса. Опять-таки, очень сильная лечебная база в санатории. Санаторий строился, изначально санаторий строился для реабилитации космонавтов. Главный лечебный фактор санатория является его мышьяковистая минеральная вода. Очень хорошо для опорно-двигательного аппарата. Хороший номерной фонд, очень как бы достойное питание, достойная лечебная база, очень красивое место. То есть можно рекомендовать абсолютно смело.